Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1519. События дня. 1 Тимофея 3:16. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. За 8 февраля 2020 года. Ну и обращение о помощи старости нашей деревни, помочь комбайн новый бы ему получить где-то. Так вот. Ну я сейчас здесь поставлю на сотню, чтобы... Тут считайте и задерживайте, сколько надо. Переписка в нашем содружестве, чат называют. Я беру это, много ссылок, добрые мысли. И в целом в сообществе сохраняется память. Это вот на меня тут навалились. Что обвиняют меня абсолютно безосновательно. Я наоборот всегда везде говорю о том, чтобы благословляли евреев, а не проклинали. Ну и нельзя скрывать того, что делают они. Нельзя так это. И Господь их предупреждает. Вот тут запомните, вот тут как это, я не знаю. Даже относиться. Это в интернете, на моем канале стоит, они этого не увидали. Семь лет уже стоит там. Бытие 12.3, 12 глава. И дальше вот я выписал, какие места Библии необходимо считать о благословении народа Божьего Израиля. Разное тут. Я всю корреспонденцию собираю. Потом беседуют они. Я почти не встреваю никогда.
Это уже обо мне тут пишут. Миш, почему 5 дней нету тишины? Вот о причастии разговаривает. Это за ночь пришла мне почта такая. Курсором задерживайте. Я не знаю, с какой скоростью считают люди.
Вот что человек претерпел. Гоняли, били Русика. Даже считать страшно. Так. Ну что, субботний день. Батюшка приехал. Также день прошел. Помаленьку стараюсь лечить глаз. Вожусь здесь. Вещь не была. Батюшка пришел, тут кое-что посмотрели. Штурм Берлина. Интересно. Интересно, страшно, так сказать. И все на этом.